Если вы уделите моему плану минуту времени, то увидите то же, что и я. Много денег. Но не наших. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long arm. Детка, ты куда? Продажа золота очень выручила меня пару лет назад. Невероятно, как щепотка золотой пыли может все изменить. Чтоб тебя, Кенни. Lawman is putting into my running, and I'm so far from my home. Майка Коста. Что у вас? Я видел сон. Вон там, Индонезия. Здесь мы и найдем наше золото. Остановитесь! Мы ничего не нашли. Рабочие уходят. Стой, стой, стой. Кенни, смотри. Мы нашли золотую жилу. Мы нашли золотую жилу. Мы нашли золотую жилу, Майк! Золотую жилу! Как бы там ни было, приключения начались. И еще какие. Я в тебе не сомневалась. Говорит Брайан Вулф из Нью-Йорка. Они обрушились на меня со всех сторон. Мы знаем, вы нашли самое крупное месторождение за последние 10 лет. Речь идет о 30 миллиардах долларов. Акции вашу майнинг взлетели до небес. Уэллс заключил сделку. С кем он ее заключил? Это не сделка. Нет босса. Нет сделки. Открывай. Я глажу тигра. Ты разозлил очень многих влиятельных людей. Военные хотят прикрыть рудник. Они тебя используют. Я не позволю красть у меня. Внимание, это ФБР. Этот рудник мой, я его нашел. И остается... только один вопрос. Как 17 миллиардов долларов исчезли за одну ночь?